Из 48 награжденных 17 представляли прекрасный пол. К примеру, при непосредственном участии Алевтины Груничевой был введен в строй диспетчерский центр с 30 видеокамерами на каждой станции казанского метро. Конечно, без коллектива это невозможно получить. Его талантливый руководитель Асфан Галямович, у нас под его руководством у нас была очень трудная, но в то же время интересная, очень результативная и хорошая работа. Ильдус Азимов сегодня стал заслуженным деятелем искусств Татарстана. Художник всю жизнь рисовал карикатуры, что может делать только человек с острым, словно отточенный карандаш, умом. Художник должен быть полуголодным, чтобы мог хотя бы кисточку в руке держать. Но вот это на награды, это, я считаю, это всему нашему клубу «Савандуй», клубу карикатуры, который многие годы возглавлял Вячеслав Бибишев. Их совместные шаржи на журналистов, ведущих, украшают и фойе телекомпании «Эфир». На одном из таких шаржей изображен и я. В хоккейной форме, в коньках, правда, без шлема, вроде бы похож. Будем заниматься карикатурой на международном уровне, чтобы Казань стала столицей пюрского карикатурного мира. Марсель Бикбаев, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».